Всем привет! С вами Просто Гор. Сегодня у меня такой облик. И братуха Эдвин, мы находимся в торговом центре Ашан. Приехали сюда купить, в общем, оборудование перед поездкой на море. Всем привет! Всем здорово! Всем здорово! С вами Просто Гор, Просто Эдгар и просто вся батя, семья. Батя, канал Мысли от Эдгара, канал Просто Гор, с вами Милашка сзади из канала Милашка, с вами Эдвин с канала Мысли от Эдвина и с вами Оля с канала Семья Багдасарян. Офигеть! Семейство блогеров! Семейство блогеров! Едет на море! Покорять едем российские курорты. Ну, только выехали. Отъехали уже очень далеко, 185 километров от Уфы. Но... Едем с 9 утра уже. Просто едем, кайфуем. Ага, спасибо. Че там? А камеры-то снимаю, так что продолжай говорить. Всем спасибо. 3 часа проторчали в пробке, и по этой причине едем с 9 утра. Думаю, дней через... 10 приедем. Да, нет, не 10, дней 5, наверное, доедем до моря. Тут везде ремонты на дорогах. Ну, что вам сказать еще, уважаемые? Короче, ехать надо нам около 2000 километров. 2115. Да, ну, грубо говоря, 2000 километров до Геленджика. Поедем мы на Самару из Уфы едем, а завернем на Тольятти, потом идем на Волгоград. И, короче, и так далее. Да сам... Потом Гор отдельный видосик снимет, где расскажет, как конкретно ехать, какие пункты, какие города проезжать, где какие примерно дороги. Вот если кому интересно будет. Вот, едем спокойно, не спеша. Со скоростью 20 км в час. Да, всяких там ублюдков по дороге достаточно, гонщиков. Так что аккуратнее. Нам, у нас задача, короче, доехать нормально. Есть такая поговорка: тише едешь, дальше будешь. Ну. Да, запомните, кстати. Это сказали Черепашки-ниндзя. Да. Кто с Уфы едет, от Уфы отъезжайте 180 километров, и там по правой стороне на обочине будут стоять два КамАЗа с авариками. Вот они. Вот они, кстати, видите, да, наверное. Они будут вас ждать. Пока вы именно не проедете. Да. Все. Вон почему, да, пробка тормозит. Ну, тут дороги, видишь, делают. Типа делают. Но. Кусками. Ну, смотри, оборудование прикольное у них тут. Аппаратура, блин. Зато новый асфальт. Ну, вот этот асфальт, правда, вот видишь, вот этот вот переход беспонтовый. Сейчас, да, ехали туда-туда. Асфальт. Чувак на асфальт заехал сырой. Жесть, блин. А, его только они положили. Тоже его положили, короче, а этот он такой провалился, заехал, провалился и выехал. Чувак, блин. Жесть. А вот тут тоже снесли эту фигню. А потому что, блин, знаков нифига нормально не ставят, блин. Вон тоже. Смотри, опять, да, проехали. Не успели дорогу сделать, а на дороге уже, блин, эти, вон, уже, ладно бы следы, уже эти, блин, вмятины. Блин, вот конкретно в Уфу бы нам такие дороги, ну, вот, было тут, бы ништяк. Это же чисто трасса, они как трассу делают. Ну что, дорогие, уважаемые, любимые, нами всеми наши любимые, уважаемые, дорогие подписчики. Перехвалил. Перехвалил я? Нет, я думаю, я не перехвалил мой этот. Короче, все ништяк. С той стороны пробка километровая, смотри, а с нашей стороны мы едем. Сейчас я попробую вам эту пробку показать. Вот, видите, куча машин. Тут пробка километра 3-4 тянется. С вами был... Все. С вами были все. Игон просто. Эдгар с канала Мысли от Эдгара. Короче, вы нас знаете. Ну,
Всем счастливо, ставьте лайки, комментов побольше, подписок побольше, вашими молитвами. Да, два раза подпишитесь, если это возможно. Дважды подряд, да. Всем третий раз. Удачного пути. Всем счастливо. Пока. Всем привет. С вами Просто Гор. Вы на моем канале. У меня сегодня почти что семейный поход. Не почти, а семейный поход с братаном. Перед собой, пожалуйста. Брат старший. Всем здорово. Мысли от Эдгара. Гор такую трубочку себе хочет образовать. Пацанчик. Вот двигайся, этого пацана двигайся. Знаете, это мега-звезда известная, да. Взрыв Ютуба, Эдвин Мыслят Геймица. Это милашка. Кто у нас? Это с канала Милашка, Миланочка. А это мамаша Оля с канала. Короче, мы решили сегодня походить по магазину, посмотреть. Что тут продается? Тут есть очень такая интересная штука, прежде чем взять вот эти вот корзины, сюда надо десяточку сунуть. Нормальная такая замануха. Ашан начал на этом зарабатывать. Сейчас мы смотрим всякие плавательные штуки. Попробуем. Там здравствуйте. Хвост. Что-то не поздоровался со мной продавщица, но ничего страшного. Давай. Кстати, забыл сказать, я нахожусь. Где я нахожусь? Ашан, в городе Уфа. Я нахожусь в городе Уфа, торговый да, центр Мега. Надо. Вон ласты посмотрите. Да у меня у самого ласты здоровые. Да не, мне не ласты, мне это надо. Очки? Не, не очки. О, смотри, труба. Труба нужна, с которой под водой можно дышать. Губки. Вот, наверное, вот я смотрю. Я вот это под водой можно, да? Я ужасная, я ужасная. О, смотрите, матрас вон есть. Там вот селфи-палки, кстати, продают. Надо будет тебе посмотреть, как он селфи-палки. А я, братук, мы с тобой запечатлимся. Мама, а где мама? Делай респект. А, респект и высоко. Это мой ассистент. Она ассистент? Ассистент это то есть тот, кто помогает. Я понял. Маму потеряли, да? Да. Пошли тогда, посмотрим, сколько денег. А вон. Мама идет. Она злится, когда я ее мамашей называю. Мамаша. 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 Пойдем что-нибудь посмотрим. Бам-бам-бам-бам. Эдвин. Скажи что-нибудь. Привет, передай. Кому? Моим подписчикам. Всем передаю привет твоим подписчикам. Твоим подписчикам? Подписчикам. А, ух, ни хрена себе. Вы видали, да? Ростом почти с какая меня. Какая кукла. Ну-ка, присядь чуть-чуть. Все, ростом, даже выше. Это кукла, в общем, короче, ростом. Ты Милана. Как Эдвин. Не, Милана. Почти ростом, как Эдвин. Офигеть. Парам-пам-пам. Пам, пошли. О! Что такое? Ты же на гитаре умеешь, да, играть? Да.
Что-то пока ничего нужного не нашли. То, что нам надо. Эдвин, пойдем, батю найдем. Я говорю, что только не забудь. А? Пустил. А что такое Angry Birds? Игра такая. А, это такие всякие штуки, что ли? А-а-а. И как играть в нее? Там вот есть ракетка, просто натягиваешь, получается, и все. Ракетка стоит. Есть, скажи что-нибудь сюда. Всем здорово. Скажи, подписывайтесь на канал Дядя Гора. Подписывайтесь на канал Дядя Гора. Пам-пам. Короче, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем папа-папа. Комменте. И племяннику моему тоже добавляйтесь. Всем привет, с вами просто Гор. Со мной мои близкие, вы на моем канале. Всем привет. Всем привет. Едем по направлению Ростов-на-Дону по трассе. Просто хотел показать вам красоту дорог местных. Отличные дороги вообще. Сколько осталось километров? 220 км до Ростова-на-Дону. Дороги шикарные, идеальные. Ты что скажешь, братуха, про дороги? Вот мы ехали сейчас с вторичной дороги, съехали, и сразу начался ровненький такой четкий асфальт. Получается, две в одну, две в другую сторону. И очень удобно, разделительная полоса есть. В общем-то, дорога свободна, пробок нету, все четко. Ты дорогу показывай лучше. Вот. Нет, на меня-то они насмотрятся, а дороги... Доедете до Ростовской дороги, вот она, трасса. Выглядит таким образом. Так что можете чуть-чуть посмотреть, пока Гор снимает. Сейчас слышно нас не будет, будете слышать ветер. С улицы покажу вам дорогу. Загруженности нету. В прошлом году мы ехали в августе, в начале августа. Уже трасса была намного загруженнее. Кстати, всем путешественникам, кто на машине едет отдыхать, советую заехать казачью станицу Вешенская и остановиться в гостинице «Гепард». Очень гостеприимные женщины-администраторы, номера удобные. И оттуда... И стоит, да, недорого, и оттуда удобно выезжать на трассу Ростов-на-Дону. И вид шикарный. Там же вы можете увидеть великую реку Дон, много красивых памятников. И отдельно пацанам очень много красивых там девушек. Здесь Гором больше всего смотрел. Да, для девушек сказать не могу, я на пацанов не смотрю. О, смотри, какой вид красивый, Гор налево. Кайфовая трасса, так вот идешь четко, все. Была вся дорога такая, по всей России.
жалко, что не так. Но дороги делают, конечно. Но пока это сделают, блин, жизнь закончится, наверное. Хотя бы здесь покайфуем. Были бы только такие дороги, считай, и машина не ломается, и быстро добираешься до пункта назначения, расход топлива сразу падает, так что просто ништяк. Кстати, всю дорогу, пока едем с города Уфа, проехали уже 1600 километров. У меня полный привод, турбированный, дизельный, постоянный полный привод. И расход у меня всего лишь 6,1. И это шикарный расход. Не считай, что привод постоянный, полный. Офигенно, да, такой. Как будто такой, знаешь, сейчас ощущение у меня, как будто на ралли же есть. На Париж-Дакар. Да, у города тут еще режим есть, этот спорт-режим, вот покажи. Вот где он там. Вот. Я просто сейчас не могу, этот не вижу. Вот нажимаешь на спорт-режим. Да, нажимаешь спорт-режим, педальку давишь. Посадка опускается, педальку да, давишь. И тачка прет, блин, только расход топлива уже поднялся 20. И скорость резко набирается. Но здесь не будем сильно гнать, потому что здесь встречаются камеры. Да, еще одну вещь скажу. Правда, прежде чем остановиться в этой, скажем, сзади станице, заправьте полный бак, потому что Лукойла там нет. При выезде оттуда там нет Лукойла, там нету Башнефти. Башнефть по-любому нет, это только башкирская. А, ну да. Там встречаются обычно такие стандартные дешевые заправки АЗС, где я не советую заправляться, кто за рулем иномарок. Потому что движок полетит, в итоге не доедете. Ну, у нас моря. Полный бак мы залили, проехали, нормально. Сейчас мы по трассе где-нибудь Лукойл зацепим и зальем. И гостиниц много встречается по пути. Ну что, с вами был просто Гор. И еще Эдвин. С вами была мама, с вами была Миланочка. Всем счастливо, ставьте лайки, комментов побольше, не забывайте подписываться и затягивать на мой канал подписчиков. Всем счастливо. Всем привет, с вами просто Гор, это наше первое утро по пути на море. Мы в районе мочалок, сейчас бабушки нам будут предлагать мочалки. Здравствуйте, передайте Уфе привет. Уфа, привет. Горячую кукурузу. Нам передают горячую кукурузу. И уфимский привет. В скором времени мы будем уже на море. Все очень, пока мочалки. Все очень уставшие. И по дороге очень много бабушек с мочалками. Это местные мочалки. Это местные мочалки. Ребята, очень хреновая ситуация по дороге с гостиницами. Большая задница, такая задница бегемота. Мест ни хрена свободных нету, приходится спать в машине. Номера по 2-3 комнаты. Отправляют какие-то базы отдыха, гостиницы снимать, а там сутки стоят по 7-8 тысяч. Да нахрена это надо? Лучше на скамейке на улице поспать, что я и сделал. Да, по дороге 2-2,5, но они все всегда заняты, мест вообще нету. С вами был просто Гор. Это был обзор на село Мочалок. Ставьте лайки, комментариев побольше, подписываемся. Люблю, целую. I love you! Мои подписчики! Всем счастливо! Всем привет! С вами просто Гор. С нами... Еще Эдвин. С нами Миланочка. Мы, в общем, едем всей семьей. Пересел назад, на заднее сиденье, потому что меня это заинтересовало, чем тут племянник на планшете занимается. А он занимается тут игрой.
Как игра у тебя называется, Эдвин? Пришельцы! Вот она. О чем игрушка эта? О том, ну, то, что ты вот должен этим монстром, короче, как-то крутить, и вещи всякие падают, и он, короче, катится. Вот, и так вот куда-нибудь попасть. Но его должно не должно задавить, да? Да. Ой-ой-ой, вот неправильно сделаешь, все, провал. А сердечки это что означает? А, типа ты что-то получил. Ну, не типа даже. А, я понял, ты вот под эти ящики не должен попасть, да? Да, я вот этот электрошокер. Дашь мне потом поиграть? Ага. Когда закончишь. Так, мне надо... Ой, идти на базу. Это был супер обзор, чем занимается Эдвин в планшете. А Эдвин занимается игрой в пришельцы. Суть игры – не попасть под ящики и не раздавить самого себя этими ящиками. И за это ты получаешь сердечко. Сейчас он немного поиграет и передаст управление дяде. С вами был просто Гор и Эдвин. И Эдвин и Миланочка. Ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте комментить. Всем удачи. Всем пока. Всем привет. С вами просто Гор. Вы на моем канале. И вы вместе со мной находитесь в казачьей станице Вешенка. Это мое первое утро и прошла моя первая ночь в этой станице. Мы ночевали в гостинице «Гепард». Гостиница достаточно приятная, администратор женщина приятная. На первом этаже два магазина. Вот, сейчас проснулись. Поспали, проснулись. Сейчас кофейку, душ, перекусим и дальше в путь. Обратите внимание, какие здесь деревья. Вот. Я не знаю, это что такое, правда, как деревья называются, но они настоящие. Я вначале думал, это игрушечные, пластмассовые, оказывается, они настоящие, эти деревья. Вот так вот, дорогие уважаемые подписчики, и тут с нами сидит, проснулся дорогой и уважаемый Эдвин, красавчик. Давай покажи лицо свое, понимаешь? Ладно. И тут проходит. Вы видели, да, какие здесь красотки ходят? А девушки здесь вообще шикарные, очень красивые. О, да. О, да. Ну что, мы идем дальше собираться и в путь. С вами был просто Гор. И Эдвин. Ставьте лайки, подписывайтесь. Комментов побольше. До встречи. Па. Всем привет, с вами просто Гор. Вы на моем канале. Со мной Эдвин. Не брызгай, Эдвин. Ага. Со мной Миланочка. Да. Она уже часа два плавает. Сейчас, через пару секунд, вы, скорее всего, меня уже слышать не будете. Я буду нырять на глубину и показать вам морское дно.
вот так. Камера погружается в чехол, с помощью которого я могу нырять под воду вместе с камерой. Да. Всем удачного погружения, и в том числе и мне. Погружение номер два. Раз, два, три. Всем привет, с вами Просто Гор. Вы на моем канале, за кадром батя. Всем здорово. Мы находимся, это село или поселок, или как? Поселок Криница, это Краснодарский край. Короче, недалеко от Геленджика. От центральных курортов в районе 30 километров. Анапа, Сочи, там Геленджик и всякие такие штуки. И мы пришли за питьевой водой в колодец. 5 лет назад сам рыл. Строил. Вот пришел поглядеть, целый или нет. Короче, конструкция вот таким образом выглядит. Здесь он тяжесть повесили, перевес, чтобы был. Это на случай, чтобы тебя не утащило обратно. Да. И тут идет вот. Чистая горная вода. Это только может набрать воду тот, кто в спортзале занимался хотя бы немножко, иначе перевесит и наверх. Но вода очень чистая, что-то она обратно не тянет. Тяни. Я просто подзабыл, как набирать. 5 лет назад набирал. Все прям так и лей сверху. Нифига себе. Автоматика конкретная. Реально вода чистая, конкретно, и холодная очень. Прикольно то, что холодная. Да. Это, как сказать вам? Так и скажи. Давай. Местная это, VIP-услуга такая. Ты это уже экономишь. Такая бутылка вон, рублей сколько, 60, 100, где как. А
Даже такой воды не продают, это вон краны наливают в магазинах и продают. А здесь знают, что конкретно горная вода. Ну. И заодно можно мышцы подкачать немножко. Главное туда не свалиться в колодец. Остальное ерунда. И попасть в дырочку. Ладно, ребята, это был обзор местного колодца и как я набираю воду. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте комментить и затягивать подписчиков. Всем счастливо! Шикарная вода. Всем привет, с вами Просто Гор, вы на моем канале, в моей тачке, я еду, кайфую почти всю дорогу к пассажирам, спасибо братухе. Всем здорово. Мы едем по автодороге Дон, проехали Краснодар, проехали Джугбу, сейчас я вам хочу показать просто красивый пейзаж. Будем Джугба, мы к ней подъезжаем. А, подъезжаем к Джубге. Хочу показать красоту пейзажа, аж от волнения начал заикаться. На некоторое время я вытащу камеру, там будет ветерочек дуть. Но на ветер не обращайте внимания, просто почувствуйте его прикосновение. Такая прикольная дорога, окружена горами или горами. С вами был Просто Гор, мои близкие. Всем счастливо, лайки, подписки, комменты. Люблю, скучаю, целую. Счастливо. Всем привет, с вами Просто Гор. Мы находимся уже недалеко от Краснодарского края. Едем к памятнику казначейства. Я правда не знаю, что за памятник это. Там солдат с мечом на коне. Казакам, наверное. Красиво, да, смотри. Офигенный памятник. Вид отсюда вообще обалденный. Ну, давай вам. Классно. Если еще это место присутствует, конечно. Опа. Сними его. Сейчас выйдем, заценим, посмотрим, что за памятник. Видок отсюда вообще клевый. Посмотрите, обратите внимание, какая красота, какое солнце, какой пейзаж. Идемте почитаем, что здесь. Подойдя, поклонись, ты находишься у святыни Донского казачества. Помни, тут не сори, уважай память своих
дедов, прадедов. Давай поклонимся. Вот так вот надо. Вот так. Мы уважаем своих дедов и прадедов. Памятник, знак донским казакам, защитникам Отечества, установлен в 16-м километре на юго-запад от станицы Кумылженской. Сооружен в 1993 году. Авторы, архитекторы, скульпторы, чеканщик Булкин, Можаев, Прощайло. Мы идем, направляемся к памятнику. Сейчас поднимемся. Посмотрим. Но вид вообще охренительный. Прекрасный. Сейчас я попробую сдалека вам показать. Вот конь. На нем сидит казак с мечом. Жалко, что нельзя залезть, посидеть, но очень красиво. А вид отсюда вообще открывается шикарно. Посмотрите еще раз. Обратите внимание, какой пейзаж. Вообще красота конкретная. Как и обещал, снимать все по пути, всю красоту. Каждый памятник, каждое прекрасное место. Я думаю, вам понравятся мои видосы. Потому что я не буду снимать такие беспонтовые места и все подряд. Я буду снимать самое красивое, самое приятное специально для вас. С вами был Просто Гор. Вы были на моем канале и думаю, дальше будете находиться бесконечно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И не забываем комментить. Всем счастливо. Мы были возле памятника казначейства. Всем счастливо.